честь Дня Победы горожане пробежали 1945 метров по аллее на проспекте Октября. В мемориальном забеге приняли участие около 200 человек – школьники и взрослые с разной физической подготовкой. Каждому присвоена нагрудная табличка, в которой указано имя и фамилия родственника – участника Великой Отечественной войны. Такой легкоатлетический кросс – дань памяти погибшим в боях, говорит организатор. Цель забега «Бегу и помню» не в том, чтобы показать лучшее время на дистанции, а в том, чтобы пробежать все вместе, дружно пройти эту дистанцию и получить максимум удовольствия, эмоций от этого. С задачей мы справились, равнодушных людей не осталось, всем очень понравилось. И данный забег мы будем проводить на ежегодной основе. В течение городского забега за состоянием участников следили медицинские работники.